Попробуй найти укрытие. Каринф. Город горшков и блудниц. Только и всего.
Алкивиад говорит, гетеры помогут найти мою мать. Нужно выяснить, где Антуса. Я ищу Антусу. Она здесь? Хотел бы я знать, что день, что ночь берегу драхмы ради встречи с прекрасным. Гетер найти нелегко. Значит, ты их не видел? Кругом орудуют банды дельца. Гетеры это не любят. Я же ничего не натворил, так ведь? Клянусь. Если натворил, мы еще встретимся. Я ищу Антусу. Ох. Знаешь ее? Никто толком не знает Антусу. И всех гетер давно отсюда прогнали. Прогнали? Кто-то был им здесь не рад? Мы не произносим его имя. Вдруг рядом его люди. Слышал, что гетер заставили уйти с рынка в Каринфа. Ты знаешь, куда они ушли? С тех пор я их не видел, клянусь. У меня нет на них денег. Буду искать дальше. Кто-то здесь должен знать. Обещаю, буду вести себя хорошо, мистия. Ты Антуса? Я? Антуса? Для тебя я могу быть кем захочешь. Я беру меньше, чем гетеры. Но в постели мне просто нет равных. Значит, ты знаешь, о ком я? Антуса? Много слышала о ней, но не встречалась. Говорят, все гетеры равны, но Антуса особенная. Ее слово для них – закон. Я еще не встречала гетер. Не верь слухам. Они торгуют своими телами, как и многие в Каринфе, но это не главное. У них свой подход. Их слова столь же красивы, как и они сами. По-моему, неплохая работа. Ты не хочешь быть гетерой? Годы уже не те, сама видишь. Пока познаю все тонкости дела, мои клиенты будут мертвы. А где все гетеры, если не здесь? Они смотрят на нас свысока и не хотят иметь с нами дело. Если ты их ищешь, ступай на холм, как Рокаринфу. У храма ублажают почитатели Афродиты. Ты пьешь?
за то, что ты взял меня. Леброн. Храм на вершине Акрокарин. Он-то мне и нужен. Тросишь тους πολίτες. Έλα. Αχιέρι παραμένει τη σύνδεση. Здесь люди молятся Афродите. Но до чего же прекрасный вид. Етеры, где они? Етер, здесь нет! Ты понесешь наказание! Так ты не спасешься! Είναι ασταθή εν επιχείρημα δύο οι όροι σι. Το γίγνοσκιν και το επίσταστε. Σύμφημοι σι. Αλίστα τραγωδία Σοφοκλής δείχνει σι ημίν την ητρόπο επιτυγχάνεται τούτο. Λαμβάνει χώρα. Εν μόνον πράγμα τελείται. Η μεταλόγου εξήγηση των βουλήσεων ζητήματος τεινός και αναπόδραστες εκφάσεις έτσι τη θέμηδη. Η τραγωδία κινείται μεταξύ τριών βαθμίδων. Δι συνεκτιμήσε δε όντως το απροσδόκητον του πελάτου και τεθεμελιώστε τα δεδομένα. Και μετά... Μετά δι παριστάνε το άλγος αυτό. Τι αλλού ευρίσκεται η γνώση η μη πάρεξ ότι ο εχέφρον ούκ επενεργεί επικλαφμών και οδυρμών αλλά επί των δεδομένων. Ο νους εστί ως... Ναι, αλλά η αφήγηση της ιστορίας γίγνεται με τα λιλουχία. Αν κερδάνε ένα ζήτημα. Ανατρέχομεν εις τους τραγικούς της τομής ταύτης έλεγε. Μάλλον μπορεί που τον άφησε το παραδείγμα ελεήμων το εχθρό ώστε σου δέπονται κακό να πειράσατε ως κρίθεις με τις παιδνίες ώστε σε πέβαλε. Είναι ασταθή εν επιχείρημα δύο οι όροι εσύ. Άφσον, οχλείς με. Σύμφημη. Αλίστα στραγωδία Σοφοκλής δείχνηση ημίν την ητρόπο επιτυγχάνεται τούτο. Εν μόνον πράγμα τελείται, η μεταλόγου εξήγηση των πουλήσεων ζητήματος κοινών. Лишь бы не заметили. Η τραγωδία κινείται μεταξύ τριών βαθμίδων. Δι συνεκτιμήσε δε όντως το απροσδόκητο του πελάτου και τεθεμελιώστε τα δεδομένα. Και μετά... Μετά δι παριστάνε το άλγος αυτό.
Πει αλλού ευρίσκεται η γνώση ή μη πάρεξ, ότι ο Εχέφρον ούκ επενεργεί επί κλαφμών και οδυρμών, αλλά επί των δεδομένων. Ο νους εστί όσπερ κύπελον ο ευπίμπλης. Ετία εισι όσπερ ευλευρέτη πιπέν. Έπινε τη δόαση ευμετάβολον σχήμα. Κλαφμή και οδυρμή προκαλούσει δυσαρμονία μόνο. Ναι, αλλή αφήγηση στα был. И почему они искали Гетер? Ай-я! Они думают, что храм принадлежит им, злодеи. Воры тут как тут, а Гетер не видно. Гетеры? Они гораздо умнее нас. Они поняли, что всех клиентов грабили по дороге сюда. В Коринфе от людей дельца не спрятаться. Я буду начеку. Он жаждет богатства, мистер. Не только. Еще власти. И если она у тебя есть, тебе конец. Значит, делец, известный в Коринфе преступник? Мастер подпольных сделок. Одной рукой он собирает деньги, другая всегда готова нанести удар. Он зверь, алчущий крови и наживы. Вот он кто. Он преследует Гетер. Ради денег? Все верно. У Гетер много драхм. Вот он и хочет забрать у них все. Пускай лучше воры грабят их, а не нас. Если ты знаешь о Гетерах, знаешь и об Антусе. Я ищу ее. Говорят... Она повсюду, но я ее не видел. Но Гетеры видят все. Я видела их у источника Пирене, внизу, у горы. Там они встречаются с клиентами и уводят куда-то. Ясно. Лучше молитесь Афродите дома. Здесь бдительные стражники. Осталось недолго.
Совсем недолго, обещаю. А, Кассандра наконец нашла нас. Ты меня знаешь? А ты знаешь ее? Это Антуса. Мы видели, как ты помогла людям в храме Афродиты. Теперь ты наш друг. Слышишь, Икар? У нее такой же острый глаз. А еще о тебе хорошо отзывались. Сюрприз! Феба! Я от Аспасии. Я же работаю на нее. Почему тут? В Каринфе опасно. Нужно было передать Антусе, что ты здесь. Аспасия научила меня слово «эмиссар». Это я. А мы с Кассандрой уже знакомы. Видишь? Все просто. Я буду помогать. В этом городе, где забыли о морали, зверствует убийца. Это тебе не Кефалиния, Феба. Делец, циклопы. Я ведь добралась сюда, правда? Да, этого у тебя не отнять. Пойдем внутрь, Кассандра. За нами могут следить. Идем же, поговорим. А мне можно? Только помолчи. Что привело тебя ко мне? Алкивиат рассказывал о тебе. Неужто? Ну и? Я ищу женщину, много лет назад сбежавшую из Спарты. Возможно, теперь ее зовут Мирин. Кто она? Это моя мать. Твоя мать? У тебя нет матери. Маркус говорил, он вырастил тебя. Держи язык за зубами. Ясно. Ты получишь ответ на этот вопрос в свое время, не сейчас. Ну что же, рано или поздно ты расскажешь. Просто поверь мне, я бы не стала той, кто я есть, обманывая людей. Даю слово. И Кассандре можно доверять. Не пойти ли тебе поиграть? Дай нам поговорить. Да, как скажешь. Договоримся. Помоги мне, всем нам, стать сильнее. Настолько, чтобы избавить Каринф от дельца. Простая сделка, уверяю. Договорились. Мудрое решение, Мистия. Глупец бы не зашел так далеко. Я умею рисковать. Значит, договорились. Что ж, ты слышала о дельце? Если верить служителям, его стоит опасаться. Верно. Его жертвам не хватило внимательности. Но я всегда начеку. Ты неплохо держишься. Еще жива. Пока что да. Но его разбойников хватит на целую армию. Они нападают на всех. В том числе на нас. Он убивает Гетер? Убивает? Нет, пока мы хитрее. Но нам нужно действовать. Помощь нужна не только мне. Мои подруги Эринна и Дамалис тоже в беде. Снова делец? Без сомнений. Отомсти их обидчикам, потом придет его черед. Дамалис здесь, у источника, а Эринна пошла в сад Белерафонта. Что с Эринной? Она ищет Клио, другую Гетеру, которая пропала. У меня не нашлось времени помочь. Дамалис рассказала, в чем дело? Совсем немного. Но я знаю этих двоих как родных. Что-то не так. Попробую им помочь. Хорошо. Делец платит своим людям деньгами, полученными от контрабанды оружием. Ему это выгодно, ведь идет война. Если прервать поставки дельца, его люди останутся без еды. Точно. Отправляйся на его склад в порту Лихайона и сожги груз. Весь груз. Об остальном позаботится Хаос.
чему грабить бедняков, если у него свое дело? Пусть незаконное, но зато приносит прибыль. Контрабанда – тоже прикрытие. Он похищает рабов, их убивать нельзя. А его людей сожги. Лишим его главного источника прибыли, у нас будут неприятности. Хочу проверить в деле своих новых наемников. И потом, он понимает лишь язык насилия. Немало людей на нем разговаривает. Тогда пусть его склад сгорит.